Узор простой. Раппорт узора 4 петли на 2 ряда. Это лицо вафельки, это изнанка. Для этого нам нужно набрать 12 воздушных петель. Первую петлю мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Набрали. Держим петельку. 3 воздушные петли. Возвращаемся в четвертую петлю, ту, которую держали. И провязываем ряд столбиками с накидом в каждую петлю. Вот таким образом. Я связала ряд столбиками с накидом. Начало второго ряда, это у нас 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй и вяжем лицевой рельефный столбик. Мы накидываем рабочую нить на крючок. Заходим крючком под столбик. И вытягиваем нить. Провязываем один раз 2 петли и второй раз. У нас получился лицевой рельефный столбик. Теперь, так как у нас раппорт узора 4, одну мы связали, остались 3. Теперь эти 3 столбика в предыдущем ряду надо связать изнаночным рельефным столбиком. Мы также набираем рабочую нить на крючок, заходим сзади, обвиваем столбик крючком, вытягиваем рабочую нить, провязываем 1 раз 2 петли и 2 раз 2 петли. Это называется изнаночный рельефный столбик. И таким образом нам надо провязать еще 2 столбика. 3. Мы провязали раппорт узора. Лицевой рельефный столбик и 3 изнаночных рельефных столбика. Теперь нам нужно сделать то же самое. Мы наматываем рабочую нить на крючок, заходим спереди под столбик и вывязываем лицевой рельефный столбик. Теперь 3 раза мы провязываем столбик сзади. 1, 2, 3. Мы провязали еще один раппорт. Теперь нам надо зайти спереди и провязать лицевой рельефный столбик. В конце ряда мы заходим последний столбик и вывязываем изнаночный рельефный столбик. 1. В конце ряда в третью петлю подъема мы вяжем 1 столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. У нас есть 1 лицевой рельефный столбик. Мы заходим сзади и вывязываем изнаночный рельефный столбик. Вот так он у нас получается. Теперь смотрите, у нас здесь есть 3 столбика рельефных изнаночных столбика. Мы в этом ряду провязываем простые столбики в каждую петлю. 1, заходим в каждую 2,
3. Мы провязали 3 столбика с накидом. Далее по рисунку у нас изнаночный рельефный столбик. Провязали. Далее нам надо провязать 3 столбика с накидом. Мы заходим в каждый столбик предыдущего ряда и вывязываем 3 столбика с накидом в каждую петлю. Следующий у нас по рисунку изнаночный рельефный столбик. Мы заходим сзади под столбик и вывязываем рельефный столбик. В конце ряда в третью петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. 1. Мы с вами связали третий ряд. Начало третьего ряда 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. В четвертом ряду нам надо провязать первый лицевой рельефный столбик. Вот так. Далее мы провязываем 3 изнаночных рельефных столбика. 1. Мы знаем, да, что мы заходим сзади. 2. 3. Далее у нас лицевой рельефный столбик. 1. Мы заходим под столбик. Впереди. Сзади. Ой. Далее 3 изнаночных рельефных столбика. 2. 3. Далее нам надо связать лицевой рельефный столбик. И в последнюю петлю, в третью петлю подъема, мы вяжем столбик с накидом. Мы с вами связали четвертый ряд. Начало пятого ряда 3 воздушные петли. Переворачиваем работу и вяжем изнаночный рельефный столбик. 1. Заходим в каждый столбик, в каждую петлю и вывязываем столбик с накидом. 1, 2, 3. Далее мы вяжем изнаночный рельефный столбик. Далее 3 столбика с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. И в конце у нас изнаночный рельефный столбик. 1. В конце ряда в третью петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали пятый ряд. Начало шестого ряда 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Вяжем лицевой рельефный столбик. Далее мы вяжем 3 изнаночных рельефных столбика. 1, 2, 3. Теперь нам надо провязать лицевой рельефный столбик, 3 изнаночных рельефных столбика. 1, 2, 3. Далее по рисунку лицевой рельефный столбик. И в конце ряда, в третью петлю подъема, мы вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Это будет начало седьмого ряда. Переворачиваем работу.
где у нас одиночные столбики, мы всегда их провязываем ряд изнаночные или рельефные столбики, ряд лицевые рельефные столбики. А где у нас три столбика, мы один ряд вяжем изнаночными рельефными столбиками. А сейчас, вот как нам сейчас надо, мы провяжем три столбика в столбик, столбиками с накидом. Итак, три воздушные петли мы набрали. Вяжем изнаночный рельефный столбик. Один. Далее три столбика с накидом в каждую петлю. Каждый столбик предыдущего ряда. Изнаночный рельефный столбик. Три столбика с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. И в конце у нас изнаночный рельефный столбик. И в третью петлю подъема мы вяжем столбик с накидом. Мы с вами связали седьмой ряд. Три воздушные петли. И в этом узоре это начало следующего ряда. Вот у нас получилась вафелька. Это у нас светлый тон, а это темный. Ну, темный. Пледы бывают разные. Розовые, голубые. Вот она вафелька. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца.